Всем доброе утро, доброго дня. Посмотрим, что нас сегодня ожидает. Что ждать, ожидать. Ну, рабочий процесс, обычный такой рабочий день. Внутренняя, внешняя борьба за это. Так, за денежку. Так, все, день удачно сложится. Не буду долго разговаривать. Краткий прогноз такой. День сложится удачно. Колесо фортуны с вами. Все, что сегодня задумали, все планы, за которые боретесь. Ну, у кого-то еще внутренние какие-то переживания о семье. Но все сложится в вашу сторону. То есть удача. Судьба вам поможет, высшие силы вам помогут, удачи на вашей стороне. Все, что сегодня задумали, да, какие планы с семьей, там, не знаю, по работе, день сложится удачно, все хорошо. Вначале кажется, что какое-то сопротивление и что-то все идет так не по плану. Вам будет казаться, что как-то все против вас, весь мир против вас. И планы ваши рушатся, и нужно будет за что-то там, ну, на что-то приложить много усилий. Нет, вот итог будет замечательный. Итог прям вот и денежку заработаете, и все планы, которые задумали, сегодня осуществите. Помощь вам свыше. Со всех сторон колесо фортуны поворачивается в вашу сторону. И все ваши страхи и сомнения по поводу сегодняшнего дня, это все только в вашей голове. В вашем внутреннем мире. А с внешней стороны все замечательно. Мир вам помогает, Вселенная помогает. И все даже вот какие-то сегодня внутренние процессы, которые вышли вот наружу, да, ваши сомнения. Так, Кузенька, котик нам пришел. Вот, видите, даже котик, лапка, он у меня такой на удачу трехшерстный. Будет вам счастье сегодня. Все, что сказала, сбудется. Все, сегодня очень замечательный денечек. Все повернется в вашу сторону. И уберите ваши внутренние страхи и сомнения. Только они вам мешают и препятствуют. И вот, кстати, что сегодня страхи какие проявились, просто поработайте. Это вам знак. Это вам знак, что внутренние какие-то... Это ваши внутренние страхи, сомнения. Все, всем доброго дня. Кузенька прям вот очень хочет. Ждет кофеек. Его, да? Он кофе любит. Все, всем хорошего дня. До свидания.